В Раубичах сегодня пройдут первые гонки чемпионата Европы по биатлону. Накануне технический персонал трассы завершил последнее приготовление, а спортсмены провели первые официальные тренировки, в том числе звезды мирового биатлона норвежец Тарей Бё и россиянин Александр Логинов. Россия в целом привезла свой сильнейший состав. Представители Международного союза биатлонистов остались довольны подготовкой Раубичей к статусным соревнованиям. Сегодня в программе континентальных соревнований две индивидуальные гонки – мужская и женская. Проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки разработало Министерство экономики. Этот механизм может заработать уже через 2 года. В правительстве обсудили итоги социально-экономического развития за прошлый год и оценили работу в первом квартале 2019-го. Пока новый документ назвать окончательным вариантом сложно. В январе ВВП вырос на 0,7%, прогноз на год – 4%. Ставки делают на экспорт, инвестиции и IT-сектор. Журналисты National Geographic Израиль расскажут о Беларуси на страницах престижного издания. В первую очередь гостей интересует развитие агротуризма, межкультурные связи, историческое и архитектурное наследие. Своими впечатлениями израильские СМИ поделятся в большом репортаже. Представители National Geographic уже побывали в местечке Мотель, где узнали о традиции выпечки каравая, ощутили национальный колорит в нескольких агроусадьбах Минской и Брестской областей. Также в маршруте гостей Брестская крепость на Лебокская и Беловежская пущи.